Всем привет! Наконец-то пришли мне новые смарт-часы Umidigi Watch 2, которые были недавно анонсированы. И сразу хочу отметить, что на данный момент цена у часов очень привлекательная, всего $25. Как мне кажется, это очень доступно. Умные часы Umidigi Watch 2 в сравнении с прошлым вариантом имеют улучшенный экран с полным цветным сенсором, IP67 и другие улучшенные функции. 1,3-дюймовый цветной сенсорный дисплей имеет разрешение 240 на 240 точек, а также он защищен слоем изогнутого стекла, так что прожить они должны долго. Если вы, конечно, не будете им устраивать стресс-тесты на выживание разбиванием об камень. Часы не боятся воды, так как стандарт защиты у них IP67, так что новинка защищена от воздействия пыли и выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра. Иными словами, с часами можно мыть руки, но плавать с ними не стоит. Что же касается корпуса, так он выполнен из алюминия, и в паре с двумя ремешками, которые идут в комплекте, на руке они смотрятся очень красиво. Мне лично нравится. Первый ремешок сделан из очень приятного силикона, а другой металлический. И смотрятся оба ремешка очень гармонично и стильно. Замена ремешка на другой занимает всего пару секунд, так как пружинный стержень легко снимается и одевается. Управляются часы посредством сенсорного экрана. При касании все реагирует быстро и без задержек. Снизу есть маленькая сенсорная кнопка, при нажатии на которую вы возвращаетесь на шаг назад или на главный стол с часами. Как и раньше, гаджет способен отслеживать физическую активность, количество пройденных шагов, занятий 8 видами спорта. Также есть возможность контроля пульса, и на этот раз пульс может автоматически отслеживаться на протяжении всего дня. Очень удобно. Еще на экране часов могут выводиться уведомления со смартфона и информации о входящих вызовах. Эта функция будет полезна для тех, кто часто переводит смартфон в беззвучный режим, например, родители маленьких детей во время сна малыша. Еще есть функция напоминания о необходимости встать и размяться, если пользователь сидит длительное время. Полезно для офисных работников. И еще часы способны отслеживать фазы сна и благодаря поддержке умного будильника могут будить владельца в наиболее оптимальный период. Еще есть функция управления воспроизведением музыки. Это будет полезно владельцам беспроводных наушников. Есть уведомления о прогнозе погоды, таймер и функция управления камерой смартфона. Что лично мне очень понравилось, это как часы сами настроились после подключения их к смартфону. На них высветился автоматический язык, время и дата. Также через приложение на смартфоне вы можете посмотреть полностью всю информацию за текущий день, например, сколько шагов вы сделали, пульс и много чего другого. А также настроить будильник, уведомления и скачать пару оформлений циферблата на свой вкус. В часах Umidigi Watch 2 используется экономичный процессор Nordic 52832 и батарея емкостью 180 мАч. При типичном режиме использования часы смогут работать 10 дней без подзарядки, а в режиме ожидания автономность заявлена на уровне 20-25 дней. При моем использовании за сутки батарея разрядилась на 15%, так что насчет 10 дней у меня есть сомнения, но вот неделю без подзарядки уверен, что проживут. Зарядка происходит через магнитные контакты и занимает 2-3 часа. Новинка имеет массу 44 грамма, диаметр часов 43,8 мм, высота 12 мм. Поддерживаются стандартные 22-мм ремешки и может работать гаджет совместно с Android-смартфонами и iPhone. По своему опыту использования могу сказать, что часы удобные и компактные. На небольшой руке, как у меня, смотрятся органично. Я использовал их при беге, и полученная информация про частоту сердцебиения, количество шагов и дистанцию, которую я пробежал, была для меня полезна. Оценил также оповещение звонков и сообщений очень удобно, хотя подобные функции есть и у других подобных гаджетов. К
Кстати, насчет яркости забыл сказать, что при максимальной яркости на улице при солнце можно не всегда увидеть информацию на часах. Яркость комфортная, но казусы в очень солнечную погоду могут возникнуть, хотя этим страдают очень многие часы. В целом часики мне понравились как по стилю и дизайну, так и по функциональности. Нет ничего лишнего, все просто, информативно и понятно. При том, что у них цена приятная, как для такого гаджета. Пишите в комментариях, как вам девайс. Пользуетесь ли вы подобным и, возможно, какие функции вы бы добавили в арсенал этого гаджета. Был рад для вас стараться. Всем спасибо, кто ставит лайки и прожимает колокольчик. Всем пока! Track down the maniac behind all.